Доверие на практике. Европейский метод продаж успешно внедряют в Ингушетии. Никаких видеокамер и продавцов. Увидел, захотел, взял. А вот заплатить или нет – дело совести. Ведь Всевышний Аллах видит все. Этот деревянный магазинчик не единственная здесь торговая точка. Его уникальность в оригинальном способе реализации товара. Интересная бизнес-идея пришлась по вкусу покупателям. Продавец появляется лишь раз в день, чтобы забрать выручку и пополнить полку новыми банками меда. Всю остальную работу выполняет железная коробка и честность желающих приобрести сладкое лакомство. Магомед Тумгоев в ящике доверия видит не первый раз. Мужчина считает, что такой метод продаж очень удобен, без очередей и ожидания на кассах. Я много видел в нашей республике таких коробок и магазинов без продавцов. Это очень удобно для покупателей и говорит о доверии продавца. Согласитесь, ведь любой может взять и унести товар, не оплатив его. Радует, что таких людей мало среди нас. Магазины без продавцов чаще всего встречаются в сельских районах или небольших городках. В крупных мегаполисах рассчитывать на совесть покупателя пока не приходится. В Ингушетии таким интересным способом обычно продают одежду из шерсти и хлопка, пуховые платки и домашний мед. Илья Скорохой в магазине для честных еще не бывал. Признается, не видя внутри продавца, несколько раз проехал мимо. Я только сейчас увидел такие коробки, похожие на кассы. Я купил мед, бросил деньги в коробку. Приятно, что продавец доверяет людям. Если бы он сам не был бы порядочным и честным, он бы не доверял людям. Спасибо ему за это. Он показывает свое уважение к окружающим. Современная практика бесконтактного обслуживания только набирает обороты в республике. Первыми покупателям доверились жители Галашек. Летом вдоль всей дороги, ведущей в горную Ингушетию, открываются десятки точек по продаже дров, угля и товаров для туристов. Вместо торговца – ящики, наводящие на размышления объявления. Именно нехватка времени и жаркая погода подтолкнули Тамару Аздоеву начать реализовывать товар нестандартным способом. Уверенности придает то, что по-настоящему верующий человек никогда не обманет и не украдет. Этот ящик мы установили, потому что мы доверяем людям. Не только нашим односельчанам, но и всем приезжим. Один парень мне сказал, что видел такие ящики только за границей и искренне порадовался. Он поинтересовался, были ли случаи, когда люди уходят без оплаты, на что я ответила ни разу. Весь этот товар даже ночью я оставляю на улице. Бывают случаи, когда люди устремляются в горы рано утром, поэтому это очень удобно. За время работы по методу бесконтактных продаж ни один человек не уехал, не оплатив покупку, отмечают торговцы. Они доверились людям, и те не подвели. Зелимхан Калоев, канал Алиф, Ингушетия. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления.